Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, у нас сегодня, кстати, даже не сегодня, а уже как недели идут какие-то акции новогодние, новые квесты, какие-то ивенты. В общем, давайте посмотрим, будут ли они вообще нам доступны. Так, ого, с напугой-то у меня было кисловато, если честно. Так, где? Где незнакомец? Вот он стоит. Отлично. Так, это, ребята, мы все забираем. Отлично. Так, новый житель у меня, да, здесь? Ну-ка. Бежит. Это у них что, типа елочка такая, да? Ну да, после радиации. Воу, да я даже не заметил, что снег идет у нас. Прикольно. Так, этих ребят пора впускать. Забираем. Подожди-ка, а что это за задание у нас начать? Освежающее спасение. Ну, давайте начнем. Давненько это было, я уже и не помню, что они у меня на задании были. Так, спасти бутылку и мистера Крышку от рейдеров. Вот, значит, что. Мы так все-таки не доделали этот квест. Хорошо, давайте сделаем. Оу, зданица-то будь здоров. Ладно, для нас это расплюнуть, согласитесь, ребята. Ой, кто это? Щеглы? Смертнички? Ну, извиняйте тогда. Пардончик, как говорится. Ну, ты будешь бомбить или нет? Отлично. Давайте последнего охламона заваливаем. Залутаем здесь все хорошенечко. И продолжим с вами здесь бегать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Как думаешь, я могу стать смотрителем? Конечно, можешь. Что мне за тряпки тут дают, а? Смотрителем? Ты? Ха-ха. Ничего смешного нету, кстати. О, тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Крысы опять вылезли. Ну ладно, с ними сейчас мы, в принципе, тоже быстренько разберемся. Потом, ребята, когда вернемся к себе в убежище, надо будет посмотреть новые квесты, какие нам даны будут. Так, чертеж, ратпаки, все, что надо нам. Так, давайте, наверное, мы, как обычно, по стариночке сходим вниз. Этот этажик полностью пробежим. Ну, я так и думал, что какая-нибудь зараза да вылезет все-таки. Ну, лутанем. Не получилось. А нет, почему? Ай! Не успел таракана залутать. Что-то мои ребята, по-моему, расслабились. Не могут уже завалить этих крыс. С первого выстрела причем. Так, давайте идите сюда. Давайте этого таракана лутанем. С него, ага. Выпал стимпак, ладно. Так, барышня, вы получаете у меня 22 уровень. Хорошо. Я доволен. А здесь у нас рейдеры. Ну, рейдеры, в принципе, для нас тоже не помеха. Еще 3 этажа вверх. Ну, я надеюсь, мы в этой серии найдем все-таки этих бутылку и крышку. Сколько они будут от нас уже скрываться в конце-то концов. Что ж, снова ринемся в бой, друзья. Да тут что ни день, то приключения у нас. Без боя, как без пряников. Так, ага, спасибо, давайте. Вот так вот. Готов. Ну-ка, лутанем. Вот хорошо, когда нам дают чертежи зданий. Мы с вами потом будем их обновлять. Давайте бегите наверх, у меня хламоны. Блин, вот, конечно, с одной стороны плохо, что вот эти вот мои животные не могут атаковать. Они просто атакуют для вида, но на самом деле урона никакого не наносят. Куда ты, ё-моё? Слушайте, по-моему, все-таки здесь будет у нас и бутылка, и крышка. И всем этим крышка будет. То есть вот этим. Так, оп. Готово. Забираем. Как дела? Нормально? Ну, конечно, нормально. Все очень даже
хорошо у нас. Силы на исходе. И мне очень страшно, а так нормально. Ну и бывает. Ну давай ты, ё-моё. Завязывай уже с ней. Готово. Здесь все, как обычно, мы с вами забираем. Крыжик у нас уже, ну, 805. Я уже думал, где-то 1000 будет, но нет. Не дотягиваем пока еще. Да давайте вокруг этих тараканов-то, ё-моё. Раньше с выстрела убивали, сейчас я не знаю. Неужели враг крепчает? День ото дня. Замечательно. Пробегаем дальше. Черт, что не комната, то какой-нибудь враг обязательно будет, а? Никак нам не дадут спокойно побродить, полазить здесь. Сейчас будет лифт. Сейчас у нас, ребята, будет лифт. Ну, я вначале таракана вот это вот, оп. Залутали стимпаки. Поднимаемся. И здесь у нас длинная комната. И два рейдера. С перевязанными руками. Такой, эй. Киса, ты лучше не мяучь, а атакуй там. Цепилась бы ему в лицо. Хрясь, 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 и все. И готов был он. За это мне должны будут премию выдать. Родная, твоя премия в том заключается, что ты живешь в нашем убежище под моим прикрытием. Оу, а это что за хламон? Так, сейчас будет говорить. Значит, вот кто хочет отнять то, что принадлежит мне по закону. Нифига ты, какой закон? Здесь нет законов. Бутылку и мистера крышку я не отдам, только через мой труп. Ну, извини, братишка, ты сам напросился. Да-да-да-да-да. Все равно не выжить. Оу, тихо, тихо, вот это вот ты зря делаешь. Нифига он лупит. Так, интересно, мой выживет еще, если удар нанесут ему? Оу, вот это хорошо. Ну, конечно, ёпросты, как босс так сразу не срабатывает, нифига, блин. Ну, давайте, все, отлично, запинали. Давайте-ка здесь глянем. Здесь. И я возьму все, что найду. Конечно, возьмешь. Так, а где крышка? Где бутылка? Я не понял. Да получи ты. Достал уже в корень просто. Ну что, ребята, у нас с вами последний этаж. И здесь по-любому мы должны уже обнаружить крышку с бутылкой. А я, кстати, не удивлюсь, если это вообще вымысел. И их просто-напросто здесь не будет. А как обычно в конце. Мы же придумали этих героев для того, чтобы заманивать сюда людей с пустоши. У меня такое чувство, что нам не сюда. О, неужели? Как хорошо, что вы пришли. Эти рейдеры такие страшные. Слушайте, ребят, ну я не думал, что это будет именно вот бутылка с крышкой. Спасибо за то, что спасли нас. Мы будем навещать ваше убежище. Блин, не успел прочитать. О, я просто мечтаю об этом. До скорой встречи. Я ловлю вас на слове, что вы будете навещать наше убежище и приносить ядерколу, а не просто так. Хламоны, бля. Да все, мы уже ушли. Кому вы там машете это все? Так, кто у нас здесь? А, крыса. Долбим. Замечательно. Так, обрез получили. И последняя комнатулька. Два никчемных рейдера у нас здесь. Я офигею, бутылка и крышка. Вроде игра такая, знаете, ну, люди, рейдеры там, я все понимаю, там, ну, животные в конце концов. Ну, бутылка с крышкой-то тут откуда взялись?
Хотя, если тут всякие гули ходят, почему бы и нет? Когти смерти и так далее. Ну что, ребята, давайте мы с вами тогда возвращаемся. Ох ты, 2200 крыжек у нас. Возвращаемся мы в свое убежище. Сколько они запросят? А, вот, значит. Это они, наверное, большую долю дали крыжек. Так, сколько у нас, интересно, займет по времени вернуться в наше убежище? Да давай ты загружайся быстрее, а? Мне нужно посмотреть. А, конечно, дойти мгновенно. Я хочу посмотреть новые задания, которые обещаны были. Так, столовый институт. Собираем. Ага, дальше что у нас тут? Ага, жилая комната подземка. Замечательно. Столовая минитмены. Все? Что это? Что это? Что это за звуки? Выполнено. 4 ядерка. Вот это хорошо. Это очень хорошо, ребята. А что это такая за музыка-то была? Я не понял. Ух ты! Ядрить, макарить. А у меня такого не было раньше, ребят. Смотрите, бутылка с крышкой пришли ко мне. Это они... Просто навестить нас или... Что? Что они вообще делают? Слушайте, я не могу их никак выделить. Они сами по себе тут ходят. Ладно, посмотрим, что они тут будут делать. Ага, пришли сразу в столовку пожрать. Так, ладно, крышка тут завлекает. А где бутылка? Кого она там спаивать пошла? Слушайте, смотрите, ребята. Елочки, все так культурно. Народ довольный, отдыхает. А мне нравится. Так, и мы с вами что-то тут получили, да? Оу, бокс. Ну-ка, порадуй папочку. Так себе. Костюм фаната научной фантастики даже. Пища. Хлам, вот действительно хлам. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Да что такое, что это за паки такие у нас пошли? Слушайте, мне такое ощущение, что они, наверное, здесь нужны для того, чтобы поднимать настроение, может быть, моим жителям. И если кто знает, как говорится, добро пожаловать в комментарии. Сейчас, наверное, уйдут, да? Или не уйдут? Наверное, походят, походят здесь маленько и смотаются отсюда. Будет печально. Ну, а мы с вами, давайте, ребята... Тихо, тихо. Хе, спрятаться захотел. Не получилось у него. Так, где же у нас... Ладно, смотрим, короче, задание. Ух ты, ё-моё. Праздник жадности, да? Разберитесь с бандой рейдеров, укравших подарок у поселенца. 10 часов бежать, ё-моё. Помогите заблудившимся поселенцам. Тоже 10 часов. А тут у нас помощники Санты. Распространяйте праздничное настроение. Я вот это хочу взять. 4 часа. Что-нибудь еще такое есть вкусненькое? Ну вот я вот могу вот это взять. Давайте с вами отправим отряд. Так, пойдешь ты. Ой, какой, какой? Нет, 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 конечно, не этот. Так, 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 давай вот ты. Не, тоже не то. Да какое оружие менять? Не жерехом не нужен, а мне нужен. Вот. Так, и... Подожди. Нет, у нас не Бартон был, да, по-моему? Кто у нас был-то, я уже забыл. А, вот, Вилсон, конечно же он. Так, берем с вами стимпаков, наверное. Ну, я не знаю, штучек. Я думаю, 14 хватит. И ратпаков, штучек 10. 11, фиг с ним. Начать сразу? Две бутылки? А, фиг с ним, давайте начнем сразу.
просто очень интересно посмотреть. Так. Шикандос. Я, в принципе, наверное, даже успею сделать все новогодние ивенты. Поговорить со смотрителем? Оу, как. Только не надо говорить, что вот это задание будет заключаться там из 5 опять этапов. Давайте мы сейчас быстренько поговорим, и будет задание сделано. Оу, стоп, вы не Санта. Конечно, нет. Это худшее Рождество в моей жизни. Так, мы помощники Санты. Так, знаешь что? Ну же, давайте споем. Вот это давайте сделаем. Мы же помощники Санты. Ну же, давайте споем рождественские песни. Ладно, веселого Рождества вам. Веселого Рождества вам. Ух ты. Это что-то за новенький костюмчик. Поворачивать не надо, это правильный путь. Так, ладно, ребят, мы с вами получили какой-то костюмчик. Надо будет его потом заценить. Параметры, по крайней мере. Так, а здесь у нас какой-нибудь... Оу! Привет, помощники Санты! В этом году мы были очень хорошим убежищем. Передайте Санте, что мы очень хотели получить новые костюмы. Оу, еще несколько водяных чипов. Так, нет, Санта уже в пути, но вы должны в него верить, иначе он не придет. Санта уже в пути, но вы должны в него верить, иначе он не придет. Я надеюсь, я правильно хоть выбрал ответ этот. Мы верим в Санту, вот, если встретитесь с ним, отдайте ему это. И что же вы мне отдаете? Еще один такой костюм. Ну что ж, будь по-вашему. Ну что, веселье уже началось? Да, походу, и, наверное, здесь тоже, или не будет никого. А, я задание уже выполнил, здесь, наверное, уже никого не будет. Хотя нет. Я смотритель Николас, добро пожаловать в наше убежище. Как вы здесь выживаете? Ни столовки, ничего нету. Вы прямо пропитаны духом Рождества, сам Санта мог бы гордиться вами. Вы заслужили особую награду. Как мы можем отблагодарить вас? Оу. Так, крышки, холодные твердые крышки. Добрые дела не требуют. Так. Нам нужно ваше лучшее оружие. Для праздничного настроения нам нужны новые костюмы. Оу, я даже не знаю. Давайте вот это, наверное. Добрые дела не требуют. Хотя зря, наверное, так делаю. Давай так сделаем. Добрые дела не требуют вознаграждения. Нам ничего не нужно. И она, наверное, нам ничего не даст. Какая щедрость. Удачи вам, помощники Санта. Тьфу ты, ё-моё, вот это я лопухнулся. Ой, вот это я лопухнулся, ребят. Я думал, знаете, что она, ну, как обычно, в играх там. Да ладно, типа, я так, типа, прощенаю вашей щедростью, что вы ничего от нас не взяли, и я вам дарю самый дорогой свой подарок. Но здесь такой фокус не прокатил. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй, аж бесит. Но, к сожалению, уже не переиграть. Костюм эльфа у нас это, значит. Ладно, давайте-ка мы с вами тогда сейчас вернемся и отправимся еще на одно задание, тоже по Рождеству. Давай, мгновенно, да-да-да-да-да. Все, это мы все собираем. И, кстати, да. Что такое? Да ладно тебе, мало свободных мест. Ох ты, у нас что-то, ребята, открылось новое. Надо Что это? Гостиная. Улучшать харизму. Ну, давай построим, фиг с ним. Вот здесь будем клепать. Это у нас бар. Угу. Буду здесь побухивать потихоньку, значит, ребята у меня. Давайте еще построим сюда. И последнюю. Вот так вот. Шикарно. Угу. Так, это что? Кто это? Это мои старые ребята, что ли, пришли? Ну да. Эй, красотка, а почему ты у меня без всего? Давай-ка мы тебе что-нибудь такое напялим. Костюм эльфа. И3 и L2. Ну ты, что-то как-то не айс костюмчик, если честно.
Я рассчитывал на лучшее. Так, давайте еще вскроем с вами бокс. Блин, и в этот момент появился незнакомец. Костюм Санта-Клауса, P3S2. Да иди ты с этим чудо-клеем, а. Крышки 100 всего. Вода. Вот, вот это я понимаю. Марк Перри, житель. У него Ешка. Раскачанная Ешка. А Е у нас куда идет? Ладно вам. А, ну рейдеры. С этими-то, в принципе, мы должны разобраться. Так, детка, бери в руки. Да что ж такое-то? 5-7-6. Давай 6. Обрез. И, блин, боевая броня. Хрен с ним. Пускай так будет. Повысить уровень, да, значит? Так, все, пробились, гады. Жарим, жарим, жарим их. Жереха, ты какого фига тут бегаешь? Иди вон туда. Эй, давай тоже. Куда вы выбегаете у меня? А, ну да, они же не могут здесь в этой комнате быть впятером. Тут, по-моему, только 3 максимум. Так, этот готов. Что значит? Нет, давай заберем. Продавать пока не будем. Так, куда этот там? Слушайте, у меня и столовка пустая почему-то. Что-то как-то мне это не нравится. Почему мне столовка пустая? Неужели я никого не назначил? Это нафиг надо исправлять срочно. И сделаем мы это за счет... За счет кого? Где-то у меня здесь барышня же была. Так, эти все заняты своими делами. Слушайте, что-то здесь не так. Я вам скажу. Знаете почему? Смотрите. Да чё ты с тревогой не проходишь-то? Кто там живой-то еще бегает? А, рейдер. Смотрите. Электростанция у меня полностью забита, да? Ну, столовка. Сколько в ней у меня народу? 4 из 6. Хрен. Ну а здесь-то почему у меня один человек все работает? Это не дело. Надо это все исправлять. Слишком много у меня чувачков здесь просто так бегает. Вот это, например, какого фига она здесь ходит? Я не пойму, с П. А П у меня идет... Вот здесь у меня, смотрите, это у нас вода. Так, давайте ее брать за шкирку. И отправлять вот сюда. Пускай добывает нам воду. Так, это что у нас делает? Какого фига ты здесь просто так ходишь, а? А, понятно, ты же у нас это... Мастерская костюмов. Этот уже, наверное, ботаником скоро станет. Ну да, практически. Хорошо. Этих мы пока трогать не будем, потому что это у меня воины, они у меня постоянно ходят в рейды. Также и жереха. Так, вот этого паренька нужно запускать сюда. И... Какие у тебя параметры? Е... А, только надо ствол тебе дать в руки нормальный. Давай вот так вот. Короче, Е и А. О, подожди, подожди. Вот, ребята, о чем я говорил, что вот так вот хреново, когда... Блин. Хочешь передвинуть, может быть, на клавиатуре лучше, да. Так будет лучше, но как-то резко очень все. Значит так. Пойдешь, значит, у меня... Ну, тут лаборатория-то понятная. Тут нужна сила. Я не знаю, куда этого хламона поставить, но в любом случае поставим пока, где меньше всего народу. Вот сюда. И костюмчик мы ему поменяем. У него там что за костюм стоит?
Ну, довольно неплохой. Но нам нужно C, A и L. C, A и L. А здесь нужно P. Так, давайте поменяем. С максимальными P-шками. Вот, P3 вижу. Тут тоже P3. Ну, давайте Санта ему костюм наденем. Вот так вот. Работай на водокачке. Хорошо. Еще вот этот у меня. Но этот у меня рейдовый. Поэтому трогать не будем пока. Так, мадам, попрошу вас, наверное, спуститься на водокачку тоже. Будете батрачить у меня здесь. Кстати, как ты вовремя появился-то, а? Тебе нужен костюмчик на П. Найдем мы тебе такой. П3, да? П3, П2, П1, П2. Ага. Так, хорошо, делаем ей на П3. Вот так вот. Все. Сейчас все будет у нас на мази. Вот это, конечно, в принципе, зря, наверное, здесь у нас ходит. Мы не так уж и часто с вами делаем оружие. Хотя можно глянуть, может быть, не оружие здесь у нас, броня, что-нибудь такое свеженькое есть. Ничего хорошего пока нету. Одна зелень, никакой эпики даже нету. И электростанция, но это эсочка у нас идет. Поэтому с эсками у нас дофига народу. Сразу вам скажу, но они все у меня обычно ходят в рейды. Поэтому смысла их пока трогать нету. Ладно, давайте глядеть очередное задание новогоднее. Праздник жадности. К бабушке в гости, елки-палки. Давайте вот это, наверное, сделаем с вами. Погоди, а какого перепуга-то? Так, 26-46. 46-го уровня он у меня. Фига. Подождите, я не могу понять. У меня же вот эти ребята. Ну-ка, какой-то у тебя уровень? 20. Ну, 20 уровень. Ты как раз подходишь. Че они мне тут пургу-то несут? При этом, при всем, у нас еще вот. Она какого у меня? 22-го. Что-то они здесь заливают мне. Я не могу, видите ли, отправить на задание. Ну, давай вот это возьмем. Так. Вот тебя, потом. Вот так. И следующий у нас будет Вилсон. Все, давайте начнем задание, наверное, сразу с вами, да? Потому что фиг ли, будем сейчас еще там бежать 3 часа. Сразу по ускоренному влепим. Но 5 бутылок требует. Хрен с ним. В канун Рождества можно позволить себе. К тому же праздник жадности как-никак у нас. Ага. Разобраться с рейдерами. Значит, вот оно что. Охо. Ну, здание сюда. Большеватое, конечно. Ладно, ребята. Учкуемся, не расслабляемся. Нас ждут рейдеры. Ага. Получили свое. Сейчас добьем, ребят, не волнуйтесь. Сейчас все будет. Смотрите, они за этот короткий промежуток времени успели 2 раза выстрелить. Я только 1. Значит, действительно, надо... Тихо. А, успел взять. Ловкость развивать. Чтобы они успевали по 2 раза выстреливать. Но согласитесь, на это тоже нету времени. Увеличивать ему ловкость в то время, когда они у меня постоянно где-то бегают. Если бы они сидели бы там и дурковали, тогда да. А за счет этих ребят я и выполняю миссии. Так, давайте, наверное, мы с вами вот сюда съездим, наверх. А потом уже вниз, 3 этажа. Прыжки. Поехали далее. Здесь так легко заблудиться.
Смотри-ка, даже тараканов нету. Отлично просто. Только лишь рейдеры. Ну, давайте, загасили их всех. Особенно вот эту, белокурую. Молодцы. Красавчики вы мои. Зондеркоманд. Оп. 21 уровень получает у меня парнишка. Слушайте, ну я как-то не ожидал, что у меня есть персонаж 46 уровня. Причем одет в какое-то фуфло. Надо это... Надо будет это все исправить. Надо будет ему самую лучшую экипировку дать. Самый лучший ствол. И пускай он будет ходить в рейды. Чем, например, тот же самый 21 уровень. Согласитесь? Так. Нет, смотрите-ка. Все-таки появились тут таракашки. Заблудшие души. Ну, давайте там, последний таракан остался. Тут вы не смотрите. Какая-то лаборатория или что-то такое. Шлем. Костюм какой-то там. Плакат, короче. Все, бежим сюда. Круто! И здесь у нас никого нету. Хорошо, бежим тогда вниз. Пробежимся с вами эти три этажа. И там у нас лут должен быть, точнее реворд, непредсказуемый. То бишь броня, ствол, еще что-то. Пока ничего нам из этого не выпало. Так, ну это хлам, понятно. Машинка тоже хлам. Тихо здесь. Крышки. Спускаемся с вами пониже. Подозрительно тихо, а? Хотя нет, музычка накалилась. А мне всегда казалось, что питомец — это хороший подарок для друга. Но, к сожалению, на меня напали рейдеры и отняли переноску. Вернуть ее в одиночку у меня не получится точно. И если найдете ее, можете забирать себе, а я просто хочу отсюда выбраться. Иди в наше убежище. Правда, спасибо. Мне всегда хотелось жить в убежище. Ну неужели мы с вами получаем еще одного персонажа? Это хорошая для меня новость. Неужели так сложно время от времени стирать пыль? Да о чем ты говоришь, какая пыль? Он мечтал как можно скорее отсюда выбраться, а ты про пыль говоришь ему. Да, кстати, не забудьте, что он сказал что-то про переноску, а это означает, что мы можем с вами получить еще одно дополнительное животное. Уж очень мне хочется какого-нибудь попугайчика или черепашку. Или удавчика, на худой конец. Так, черчеж, одежды, шмотки. Так, и у нас с вами последний этаж. Ну, вы будете спускаться, хламоны. В принципе, новогодние ивенты, вот эти вот квесты, мне очень нравятся. Так, тихо, что здесь у нас? Если вам нужен этот зверек, то готовьтесь драться за него. Фух, плевое дело, я согласен. Он был честно украден. И я вам его не отдам. Это же не просьба. Это же не просто добыча. Это подарок для лучшего друга. Давай его. И что нам на это скажет? А, ладно, забирайте и уходите. А то ведь я могу и придумать. Ты прикинь, да? На халяву. Как хорошо, что ты меня прикрываешь. Ты же меня прикрываешь, да? Да-да, я тебя прикрываю, родная. Так, забираем. И у нас переносчика. Сейчас не могу посмотреть. Это уже когда мы с вами вернемся. Тараканы. По залпу я не готовы. И здесь тоже тараканы. Ну конечно, как же без них-то, а? И последняя маленькая комнатушечка у нас с вами осталась, ребята. Гули.
Вот уж кого-кого не ожидал здесь увидеть, так это гули. Что-то они здесь всех накопили. Ну давай так сделаем. И тебя добьем, родной ты мой. Шикарно. Все, хлопчики готовы. Залутали, и теперь мы с вами побежим. Единственное, что мне хотел... Так, я хоть все сделал, ребят? Ну-ка, да, разобрался. И теперь мне интересно знать, сколько они потребуют крыжек с меня. Скотт Дэй. Вернулся в убежище. Ну давай три крышки. Три крышки максимум, все. Большего я не позволить себе не могу пока. Вот. Вот это хорошо, видите? Три крышки. Прям как по моему заказу. Собрать. Так, продать обычные предметы. Да чтоб тебя. Так, ребят, нам нужен или склад делать новый. Так, или улучшать старый. Мы можем улучшить? Нет. Так, это у нас не склад, не шиша. Предлагаю построить еще один склад. Так, тихо, тихо, тихо. Ты где ты тут? Опа. Просек я его все-таки. Ладно, мы тогда делаем сюда лифт. Вот так вот. И еще один склад. Потому что он иначе нас просто запарит. Вечным вот этим вот. Мне не хватает места. Там еще что-нибудь. А так у нас все будет в запасе. И хорошо. Так. И повысим сразу же уровень. Вот так вот. По максимуму. Отлично. Ну, подарочек с вас. Ёлки-палки. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Чушь какая-то. Фигня. Бред. Ну, оу, что? Оу, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Сара Лоинс. Вот это меня порадовали. Что тут на меня? Гули напали? Ну, с гулями-то, я думаю, что мы быстренько разберемся сейчас. Пробили, пробили оборону, гады. И бегут. Так, ну, Жерик, ты один-то навряд ли здесь, конечно, справишься. Хотя... Почему один? Нет, тут нет никого. Так, ладно, одного гуля чпокнули. Сейчас они пойдут через столовку. Робот, иди-ка ты отсюда, а. Сейчас будут тебя колбасить. Хотя, может быть, и не будут. Нет, будут. Так, давайте, охламоны, помогайте. Дурачка-то тут не надо. Так куда? Вот так всегда. Давай, ребята, со столовки. Вперед на танки. Только их отправишь, они сразу оттуда смываются, а? Смотри на них. Ладно, не беда. Все, ребята, справились мы. Ух, отличненько. Ну, что же, ребята, давайте на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих новых сериях. А на этом все.